Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Яна, и сегодня я хочу с вами поделиться своим заказом Avon по 16 каталогу 2019 года. На самом деле у меня был огромнейший перерыв в заказах Avon. Я долго не заказывала, и сейчас решила возобновить это все. Спасибо, Наташа, если смотришь, большой тебе привет. Поэтому сейчас буду с вами делиться своим заказиком. У меня тут куча бумаг, конечно же, пришло. Я не знаю, я вам так быстренько покажу. Это, наверное, потому что я первый раз заказываю, ну, после долгого, так сказать, перерыва. Avon лучшие новогодние подарки, сейл. Что тут еще? Легкий старт, надо будет, кстати, почитать. Вот такой вот каталожек эксклюзив от Avon Distillery. Я даже не знаю, что это такое. Два каталога 17-х, которые будут действовать с 3 декабря. Уже не знаю, почему два. Я вроде один в корзину положила. Ну да ладно. Посмотрим, что там будет. И вот такой вот каталожек. Это уже будет новогодний 2020 год. Ну, то есть он будет с 31 декабря. 19 по 20 января 20-го. Такой яркий, сочный, новогодний. Это, наверное, будет новая линейка с авокадо. Обожаю авокадо, так что, наверное, буду что-то заказывать. Затем есть фокус. Есть вот такие вот скидки до 69%. Здесь вот что-то есть еще. Какие-то скидки. И это счет-фактура, видимо, да? Которая мне пришла. Немножко порвано, потому что заклеили сверху коробку скотчем, и вот это вот дело все приклеилось у меня. Ну все, давайте смотреть, что я заказала. Я думаю, что, ну как бы, особо-то бумажки-то нам и не нужны рассматривать. Ну я вот так могу даже поставить на задний фон, каталожечки пусть стоят. Фламинго закроем. Я фламинго. И давайте смотреть, что я заказала. Так как я давно ничего не заказывала, мне все нравится, могу сразу сказать. Также я повелась на приз за 50 рублей. Там нужно было с определенных страниц заказать товары на 1000 рублей. И тогда можно было заказать там по коду, этот, как он называется, приз за 50 рублей. Я аж насобирала на 2 приза. Мне было не принципиально особо важно выбрать что-то такое конкретное. Я заказываю для себя, поэтому я постаралась... выбрать на 2000, чтобы у меня эти товарчики были на 2, в общем, на 2 приза хватило. В общем, про призы расскажу чуть-чуть попозже, покажу их в самом конце. Давайте смотреть, что я заказала. Как обычно, Яна набрала кремики для рук, это любовь моя. Я очень люблю кремы, особенно когда они вот в таких вот милых упаковочках. Я не знаю, буду ли я пользоваться сама, возможно, оставлю для подарка. Есть еще в каком-то цвете, я уж точно не запомнила. Но я выбрала вот с маслом кокоса и с йогуртом и медом. По-моему, есть еще с глицерином. Они малютки, конечно, у них, по-моему, да, 30 мл. Малюсенькие кремики, но они такие классные. Они такие вот новогодние на самом деле. По-моему, 69 рублей стоят в каталоге. Ну вот я не чувствую, вот с маслом кокоса я вообще не чувствую кокос. Немножко даже, как, ну, пахнет вкусно. Пахнет довольно вкусно, в принципе, может быть, еще даже такие закажу. А, это с йогуртом и с медом, конечно, где-то мне кокосом будет пахнуть. Ну-ка, вот этот... Ну, обычно. Кокос я сильно не чувствую. В общем, вот такие 2 крема я заказала. И заказала 2 вот таких вот милых новогодних. Конечно же, я не смогла пройти мимо. Здесь тоже идет у нас масло кокоса и силиконовые перчатки. Эти не буду открывать, потому что, скорее всего, подарю. Это такая серия с щелкунчиком, очень милый. Есть еще из этой серии, что у нас там есть, этот, как он, они даже не зафольгированы. По-моему, лосьон для тела, крем для лица и что-то такое. Ну, согласитесь, да, вот так вот дополнение к какому-то подарочку, вот такой крем положить, мне кажется, вообще супер-пупер классно. Затем я заказала вот такой вот набор. Вот он как раз-таки шел, его можно было заказать, чтобы получить подарок, так как вот через месяц, грубо говоря, у нас уже Новый год, ну, чуть больше, да, надо собирать, готовить какие-то подарочки, начинать. И я заказала вот такой вот наборчик, идеальный тон. Здесь у нас идет очищающее средство для лица, для всех типов кожи, и концентрированная маска для лица, ровный тон. Мне кажется, я знаю даже, кому подарю, поэтому очень такой нужный. Жалко, что без какого-то пакетика подарочного шло. Ну, я не помню, сколько стоило. В принципе, все можно посмотреть на сайте Avon, кому там будет интересно. Затем я заказала вот такой вот гель для душа. Это
наверное, новинка, праздничное пожелание. Здесь у нас идет зимнее яблоко, ликующее зимнее яблоко, гель для душа. Я уже понюхала. Вы знаете, что-то подобное уже было и года 2 назад точно, только в другом оформлении. Вообще люблю вот эти гели Avon Sense. Senses, наверное, так правильно, потому что они очень хорошие, они так вкусно пахнут после того, как вы с ними принимаете душ, просто обалденно ваше тело пахнет. Не знаю, у меня никаких нареканий нет к этим гелям. У меня еще в запасах есть несколько гелей с тех времен, когда я заказывала. Я, наверное, год не заказывала примерно. Вот, дальше я заказала еще гели, которые, кстати, по-моему, шли вот в эту акцию, входили со страниц, нужно было заказать. В общем, у меня таких просто не было, для меня это новинки, я думаю, надо брать, по-моему, 135 рублей за 400, за 500 миллилитров, это просто мега выгодно. Значит, здесь у нас идет чайная коллекция, дзен, мандарин, жасмин, гель для душа. Сейчас нюхну и скажу вам, ой! Как пахнет вкусно, прям мандарином, зимушкой пахнет, Новым годом пахнет. Дальше я выбрала вот такой вот поцелуй солнца с ароматом розового грейпфрукта и абрикоса. Увлажняющий гель для душа, средиземноморские приключения. Ну, тоже пахнет вкусно, немножко сладковато за счет абрикоса. Хотелось бы больше грейпфрукта, ну ладно. И вот такой вот взяла. Это у нас уже крем-гель идет, такой он более густой, чем вот эти вот. Это же просто как гели идут для душа. Вот это уже крем-гель, это сладкие удовольствия, тоже средиземноморские приключения с ароматом ванильного мороженого, с экстрактом соевого молока. Тут такие крышки тугие, я разучилась их открывать. Пахнет вкусно, но больше ваниль, прям такая ваниль-ваниль-ванилька. Очень сладкий, кто любит сладкие ароматы, прям вот этот вот гель классно. Я очень прям считаю, что выгодно, выгодно я заказала, потому что на самом деле 135 рублей за такой флакончик, плюс там, если вы являетесь представителем, у вас есть там скидка, поэтому я довольна. Дальше, что я заказала? Я заказала вот такую туалетную водичку Individual Blue. Мне очень нравится эта туалетная вода, я мужу покупала, у него раньше был в голубом цвете. Серая какая-то была, решила взять такую вот зелененькую, потому что такой не было. Фри, да, получается? Она была не заслюдирована, то есть без пленочки, но это ничего страшного. Муж меня не очень любит, потому что, ну, он говорит, что они быстро выветриваются. Ну, возможно, это на самом деле так. Здесь у нас идет 100 мл. Я обожаю. Пахнет просто потрясающе, такой снежный, хотела сказать, свежий аромат. Поэтому, ну, может быть, она быстро выветривается, но пахнет потрясающе. Все, вот это уже получается третий вид, который я покупаю, Individual Blue, очень классно пахнет. Такой свеженький, приятненький, обалденненький. Если бы держался подольше, было бы еще лучше. И также я заказала мужской набор. Это вот тоже со страничек, где нужно было заказывать, чтобы получить приз за 50 рублей. Это был, по-моему, это шло набором, если я не ошибаюсь. Был вот такой вот красивый новогодний пакетик и два средства. То есть вот такой вот гель для душа. Ну, он идет у них тут для мужичков два в одном. Тут и шампунь, и гель для душа с дезодорирующим эффектом, освежающий шалфей и сандал. Сейчас понюхаю. Ой, как пахнет вкусно. Я так люблю, кстати, вот эти вот мужские гели для душа. У меня вот муж пользуется, я иногда тоже пользуюсь мужскими, потому что мне нравятся мужские вот такие вот ароматы свеженькие. Мне кто-то, даже я уже не один раз просто это говорила, мне кто-то написал, это потому что у тебя нет мужа, потому что у тебя нет парня, поэтому ты любишь мужские ароматы. Ну, теория, конечно, так себе, но ну ладно. И там шла вот такая туалетная водичка Аспиримен, ну, в общем, я неправильно читаю, здесь 75 мл туалетная вода. Обожаю, как пахнет эта водичка. Она просто... Ну, может быть, это, конечно, на любителя. Вот такой вот флакончик. Тоже недорого этот набор стоил. Это просто... Ой, как мне нравится. Я готова сама. Я вот заказала не потому, что я выбирала на свой вкус. Она мне напоминает какую-то воду, которая была, я не знаю, лет 15 назад, когда... Я только начинала там заказывать Avon, я еще училась, помню. Вот как, а не могу вспомнить, как она называлась. Тоже была в коричневой коробочке, может быть, кто-то помнит.
Вот не помню название, но аромат очень похож. Очень. Я, мне кажется, я буду сама брызгаться. Что, вот прям чувствую какой-то цитрусовый аромат. Я не умею вообще ароматы описывать вообще ни в каком виде, но вот это вот я реально считаю, что я буду ей пользоваться. Я не знаю почему. Мужу тоже нравится, но он все время говорит, я уж повторяюсь, что они не стойкие, эти водички, ну кому как. Может, это просто не его, и поэтому у него это все не держится. Ладно, вот такой набор. И еще я заказала для себя эти водички. Это была заслюдирована, я просто уже сняла, нюхала. И вот это тоже была заслюдирована, то есть в этом, в целлофане, но мне было интересно понюхать. Вообще, это так, инконденсанс лотус. Мне стало интересно, потому что, ну, как обычно инконденсанс пахнет, я знаю, или инконденсанс, блин, фиг выговоришь, в общем, вы меня поняли. Ну, классический, в желтом этом, по-моему, да? Мне нравится. И я решила попробовать, как же будет пахнуть вот этот вот лотус. Просто взяла наугад, честно говоря. Конечно, такая классная баночка, мне так понравилась. Посмотрите, как она шикарно выглядит. Но это немножко не мой аромат. Пахнет вкусно такое, но мне кажется, это уже... Никто на меня не обижается, это мое личное мнение, что это постарше, может быть, для женщин. Или просто мне не нравится. Я не знаю, буду ли я пользоваться. Я попробую еще раз набрызгаться. Может быть, как-то он по-другому мне раскроется сегодня, допустим. Не знаю. Вообще пахнет вкусно. Сам аромат не нравится, но мне кажется, это что-то не мое. Я люблю немножко другие вот ароматы. Пишите вы свое мнение, как вам вообще нравится это или нет. Потому что, ну, я как бы, ну, чуток не мое. Вкусно, свеженько, но не мое. Вот не мое. Вот, в принципе, это был весь мой заказ. Немного. Ну, вот эта вот акция, вот эта вот за 50 рублей, блин, закажи этот подарок, меня сманила. Вроде оно и не надо, да, а хочется. Это вот замануха такая, как эти пакеты-сюрпризы бывают в Эйвоне, да? Когда ты не знаешь, что там тебе попадется. Ну, тут, в принципе, то же самое. Также я у девчонок смотрела, они там разгадали эти коды, подкоды, так сказать, потому что когда ты заказываешь, там есть один код для этого приза-сюрприза, а потом уже там на последнем этапе где-то тебе уже выпадает код конкретно, что тебе придет. И мне всегда первое выпадало, первый код, вот этот вот шампунь. Я даже могу вам сказать, кому интересно, хотя, наверное, все уже знают, мне пришел вот этот вот шампунь. Я вам сейчас скажу. Блин, у меня вот тут вот стерлось. Такое ощущение, что специально. 0,5. Вот реально, как будто бы специально стерли. Знаете, смотрите, вот как. Я вам сейчас покажу. В этом месте у меня дырка, видите? Как будто бы специально оторвали. В общем, 0,5 можно у девчонок посмотреть. И здесь у меня пришел шампунь. Как бы я ни крутила, я удаляла заказ полностью, набивала новый, пробовала разные товары, там думаю, может быть, если положить что-то подороже с этих страничек, да, там и приз будет подороже, потому что на самом деле призы неравноценны, есть, да, там патчи какие-то для губ, крем для рук, а есть туалетная вода, допустим, конечно, хочется лучше водичку, да, получить, чем какой-то крем для рук, потому что это неравноценно, но нет, нифига, у меня всегда вот это вот выпадало первым подарком, то есть я по-всякому пробовала, по-всякому их там, ну, в любом случае шел вот этот вот шампунь. Он мне, конечно, не очень нужен, но можно подарить. Хотя вот для тонких волос я попробую. Просто у меня как-то не сложилось с шампунями от Avon еще с давних, вот, давних времен. У меня появлялась перхоть. Не знаю, как сейчас. Может быть, попробую. Ну, в принципе, так как впереди Новый год, это можно тоже подарить. Вот. И второй приз. У меня была туалетная водичка Far Away Gold. Я не знаю, как она пахнет. Я пока, наверное, не буду открывать. Или открою, понюхаю. В принципе, если я буду дарить, то все равно кому-то своему. Поэтому, я думаю, никто не обидится, если она будет без упаковочки. Вообще, Far Away у меня где-то стоит до сих пор. Давно-давно заказывала. Вот это вот самая первая, которая была Far Away. Но мне она не нравится. У нее очень тяжелый аромат. Прям тяжелейший. Вот прям такой, знаете, мне кажется... Ух, что-то типа красной Москвы. Ну, не мой тоже аромат. Может быть, кому-то нравится, опять же. Ну, посмотрим. И вот такая вот водичка Avon Gold шла мне вторым призом-сюрпризом. Конечно же, вот это вот я считаю достойный подарок, в принципе.
если учесть, что за 50 рублей. Сейчас понюхаю, как пахнет. Ну, мне кажется, сладкая, да, эта вода? Ой, ой, очень сладко, ой. Не, это не мое, мне кажется, это прям... Ой, вообще не мое, подарю точно. Кому нравится, пишите, но за 50 рублей, знаете ли, тоже неплохо. Поэтому вот с этими, блин, призами, сюрпризами заманил Эйвен. Ну, я считаю, что мне, в принципе, нормальные призы достались. Видела у девочек в обзорах, кому-то там и приходили и патчи вот эти вот, и крем для рук. Но многим шампунь всегда выпадал вот именно первым призом-сюрпризом. Ну, а так в целом я, конечно же, довольна своим заказом. Потому что я давно, у меня, говорю, был большой перерыв в заказе Avon. И сейчас мне все нравится. Мне все нравится, все классное. Вот это я еще подумаю оставить или подарить. Но вот это, по-моему, точно не мое. Прям очень не мое. Это очень тяжелый аромат. Так же, как и у меня какой-то розовый есть классический. По-моему, тоже надо кому-то отдать. Вот такой заказик. Пишите, как вам? Мне лично все нравится. Еще раз спасибо Наташе, она помогла мне зарегистрироваться. Ну, а я буду продолжать теперь заказывать Эйвен и пополнять свои запасики, потому что у меня уже много-много-много чего закончилось. На этом я буду заканчивать свое видео. Кому понравилось, обязательно подписывайтесь, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик под видео, чтобы всегда быть в курсе, когда у меня выходит новое видео. Кому не понравилось, ставьте дизлайки. Ну, а я, конечно же, в свою очередь буду готовить для вас новые видео, новые обзоры, новые... покупочки и многое другое. Всем пока-пока и до новых встреч. Пока!